Готовится к выборам и партия «Единая Россия». Накануне прошло заседание общественного штаба поддержки курса президента России. Члены общественных организаций республики, учителя, врачи, работники культуры, представители военных, патриотических, национально-культурных объединений собрались, чтобы обсудить линию руководителя страны и партии. На выборы единым фронтом под таким девизом прошло первое заседание общественного штаба поддержки курса президента России и партии «Единая Россия», которая объединила более 70 известных людей в Чувашии. Меня волнуют вопросы здравоохранения, потому что все, что касается жизни и здоровья наших граждан, это всегда на первом месте. На встрече обсудили наиболее волнующие жители Чувашии вопросы. Например, укрепление института семьи и материнства, улучшение медицинского обслуживания, строительство школ и детских садов, привлечение инвестиций в экономику республики. Председатель комитета Госдумы России по образованию Вячеслав Никонов заметил, что 15 лет назад экономика была разорвана в клочья. За это время удалось восстановить и производство, и авторитет страны. Сейчас тоже предстоит решать непростые задачи. 15 лет назад мы вымирали со скоростью 1 000 000 человек в год. Население нашей страны стремительно падало. Ни один прогноз в мире не давал нам роста населения. Сегодня мы растем. У нас демографический взрыв, в результате которого мы решаем задачи, связанные со строительством детских садов и школ. Побольше бы нам таких проблем. Глава Чувашии Михаил Игнатьев напомнил собравшимся, что за последние годы Чувашия планомерно решала многие социальные вопросы, развивала, несмотря на кризис, промышленное производство и аграрный сектор. И в этом тоже есть заслуга общественных организаций республики. Общественники. Они всегда дают всем кандидатам и должностным лицам, которые работают, обратную связь. И мы, как члены команды президента Российской Федерации, только в одной команде будем работать на благо жителей Чувашской Республики, граждан России, во благо нашей любимой России и во благо нашей Чувашии.